Сегодня в Первоуральске чествовали тех, кто посвятил свою жизнь заботе о жизни и здоровье человека. В театре драмы «Вариант» состоялся праздничный концерт «Спасибо медикам». Мероприятие прошло в рамках празднования 290-летнего юбилея города и фестиваля «Культурный уикенд». Мы осознаем и понимаем вашу важность и важность и необходимость вашей профессии. Еще раз вам спасибо за ваше профессиональное мужество, ответственность, за ваше трудолюбие и за вашу способность работать в самых тяжелых, чрезвычайных ситуациях. На концерте выступили творческие коллективы Первоуральска с хореографическими и вокальными номерами. Городские власти отметили, за время пандемии первоуральские медики доказали альтруизм и умение работать в стрессовой ситуации. В самый пик заболеваемости работали два ковидных госпиталя в терапевтических корпусах первой больницы на Металлургов и третьей на Диносе. Наталья Бондаренко – акушерка отделения патологии беременности перинатального центра, который несколько раз закрывали на карантин из-за коронавируса, отмечает, в это непростой период многим ее коллегам помогло одно из самых необходимых в профессии качеств – выносливость, а также умение перестраиваться и работать в команде, проявлять особый подход к каждому пациенту. Это особая порода людей, действительно. Тут должно быть и самопожертвование, и сострадание, уметь сострадать. Это не каждый может быть медиком. Это дано как-то уже, наверное, с рождения.